Не могу простить этому торгашу судебный спор с Божьим храмом. Хотя он теперь и твой сват, но безбожникам я не прощаю. Я прошу, ради Насти, ради твоей крестницы. Не хочу, чтобы Драпан потом выхвалялся. Я отсудил у отца Иоанна церковную землю, а он обвенчал моего сына. Правду говорю. Я и ехать на свадьбу не хотел, чтобы с этим торгашом не встречаться. Не будем об этом сегодня. Прошу тебя. Да ты, Лука, не знаешь, с кем родичаешься. Такие, как твой сват, нашу церковь разорили. Наш край губят. Рвут, тянут со всех сил во все стороны. А время такое, когда надо вокруг церкви объединяться. Так нет. Каждый о своей корости печется. Ты опять о своем. Да и о твоем тоже. Я не раз говорил и сейчас говорю. Должны думать, чтоб было по-другому. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Церковные земли захватили старосты, ксензы. Татарские набеги. Дышать не дают. И никого это не волнует. А почему? Ведь село совсем обеднело. Да и мещанам не легче. Польская шляхта хоть и носится со своим гонором, а торговлю полностью прибрала к рукам. Все теперь в их власти. А мы только враждуем между собой. И когда это закончится? Девчата, несите еще. Вот еще цветочки. Хватит уже желтых, давайте голубые. Еще принести? Не надо, хватит. Ужас, как боюсь, чтобы отец не узнал про цыганку. Но все девушки ворожат. Чем ты хуже? Все да не все. Церковь запрещает гадания. Боюсь, отец очень рассердится. А ему никто и слова не скажет. Если хочешь, я пойду к цыганке и скажу, что мы не придем. Не нужно. Ворожить? Говорить цыганке. Мой сват, а твой будущий тесть... Любит поговорку. Не спеши. Ибо неизвестно утром, что будет вечером. Что должно быть, то и будет. А нам что? Лишь бы дети были счастливы и родителей уважали. Дождались уважения. Мало ему было девчат во Львове. Так нет, нужно было найти бесприданницу в Рогатине, да еще и поповну. Ты так упорно хотел ее спихнуть какому-нибудь убогому, чтобы она осталась такой же нищей, как и ее отец? Я упорно? Это твоя жена хотела, и ты. А я поверил, когда вы клялись, что отдадите Настю в монастырь, как тревога сразу к Богу. А Бог миловал, так замуж. Внимание и повиновение Аллаху и его наместнику на земле, повелителю правоверных, халифу времени, падишаху всех мусульман, Селиму Грозному. Да благослови,
подешаху. Да продлит Аллах дни подешаха. Благословит Аллах хранителя Корана. Слава Святителю, великому законодателю, низкий поклон и величайшее уважение. Слава Святителю, да продлит Аллах дни подешаха. Да живет наш покровитель в радости. Ты сказал, в радости. Быть может, ты привез мне радости из Каира, и ты поймал подлого изменника престола и привел его ко мне? Нет, мой повелитель. Наверное, ты принес мне его голову. Надень ее на копье и выставь на стене Бабу-Ягу Маюн, дабы каждый бунтовщик знал, что его ожидает. Какова моя наука для непокорных? Чего молчишь? Ну, говори, потешь меня своими победами. О, великий падишах, бунт мы подавим. Дай мне время И чего тебе еще нужно? Наверное, золото. Нет, мой повелитель. А что? Свежее войско. Мои воины измучены. Целых 3 месяца не имели отдыха в пустыне. А что скажешь ты, Пири? Пусть простит меня Исмаил Паша, но мне кажется, что кроме войска необходимо заменить и полководца. Мне кажется, что Исмаил Паша устал. К тому же заботы великого визиря достаточно. Прикажи мне, мой повелитель. Я немедленно придушу этот бунт, чего бы мне это ни стоило. О, повелитель правоверных. Может, попробовать мне поехать и договориться с ним? Он мусульманин и должен знать, что ему не миновать кары Всевышнего. И только полное раскаяние может спасти его. Он должен думать не про кару Всевышнего, а про то, что с ним будет, когда мы подавим бунт. Может, ему пообещать? Нет. Никогда. Ни за что. Даже легкой смерти я ему не обещаю. Это было бы плохим примером для моих вассалов и наместников. А ты, Ибрагим Паша, почему молчишь? Нечего сказать. Есть мой повелитель, но вы не удостоили меня вопросом. Имею честь не так давно заседать, благодаря вашей милости, в диване. И поэтому, мой повелитель... Говори. Говори. Я разрешаю, меня не интересует твоя скромность, если владеешь мудростью. Думаю, мой повелитель, намного проще, дешевле и, главное, надежнее. Не воевать с непокорным Лиагой, а подкупить его военачальников. Как просто. Мудро. Мудро. Нет, это не обычный совет. Этот совет достоин великого визиря. Возьми Ибрагим Паша и сокровищницы золота и немедленно в Каир. В кандалах приведи неугодного Аллаху предателя, а я о тебе подзабочусь.
Решу. Какой должности стоит твоя мудрость? Шаха больше нет повелений своему дивану. Идите, исполняйте его волю, ибо это воля Аллаха, высказанная устами падишаха. И ныне, и подчас смерти нашей. Господи, прости меня грешную. Господи, прости меня грешную! Настя! Настя! Настенька, Настенька, Настя. Настя. Настенька. Стефан. Это ты. Это я. Почему ты здесь? Я все время шел за тобой от самой церкви. Настя. Зачем? Я люблю тебя. Садись, Стефан, к нам на телегу. Потеряли же. Спасибо, пани Марта. Не спеши, не спеши ты так, Степан, а то ты так спешишь, словно свадьбу без тебя. Дай ручку, секундочки разнесем, а как тогда танцевать будем? Рогатыня нас за змею скажет приехать из Альбома, чтоб тут поспать. Не цепляйтесь к мопсу, для него сейчас папорок цветет. Спасибо, пани Марта. Нужно посоветоваться со Стефаном. Неужели он не согласится? Неужели? Он для тебя все сделает. Знаешь, я только сейчас поняла, что мы расстаемся навсегда. Расстаемся? Но почему? Иринка, почему навсегда? Кто тебе такое сказал? А ты как думала? Уедешь во Львов, и все? Конец? Конец нашей дружбе. Да нет. Нет, ну какой конец? Как ты можешь такое говорить? Львов от нас не близко. Да я даже не хочу
слышать об этом. А Львов таки не близко. Но не так далеко, чтобы мы не виделись. Будешь к нам приезжать. Мы со Стефаном будем очень рады тебя видеть. Пока не замужем, одно. А потом уже с мужем. А может быть, кто-нибудь из львовских парней тебе понравится? Выйдешь во Львове замуж, как я, и мы будем с тобой видеться каждый день. Разве мне повезет найти такого мужа? Какого? Как Стефан. Ой, кажется, едут. Боже мой. Едут. Действительно едут. Бежим, бежим, девочки! Добрые, что за времена настали? Полный грабеж. Ободрали нас как липку. 10 миль дороги. Смотрите, 10 миль. А заплатили и ярмарочные, и запрудные, и вдовье, и мостовое, и еще какое-то там. И от полных телег, и от пустых. И давали им на две руки, и на одну. Говорю вам, поборы такие, что и под турком лучше. Не упоминайте, дорогой сват, к ночи. А то еще беду накличите. А разве нам к ней не привыкать? У нас же не жизнь, а бесконечные поборы. Идут все и везде. Дай, дай, дай. И никто не скажет «на». Кто на свадьбу идет, тот не торгуется. Если бы, владыка, все поступали так, как говорят. И кто знает, где торги начинаются, а где заканчиваются. А вы, выходит, владыка, тоже на свадьбу. Я ехал. Да, вспомнил. Я слышал еще во Львове, что церковные дела торопят вас аж в Каменец, а по дороге выходит вы на свадьбу к дочке брата. Так Богу было угодно. Прошу к столу. Да, да, и я говорю, владыка, не знаешь, что Богу угодней? Или по дороге на свадьбу свершить какое-либо дело, или ехать по делу и по дороге попасть на свадьбу. Прошу к столу. Спасибо. Жена, приглашай дорогих гостей к столу. Прошу вас. Проходите, давно все стынет. Проходите. Как по мне, то лучшее дело – это свадьба. Да-да, если наши молодые такие хорошие. А раз на 100 лет Бог сводит такую пару. Это правда. Прошу к столу, садитесь, гости дорогие. Разговоры разговорами, а поесть необходимо. За столом и беседа веселей пойдет. Что ж, благослови, Господи, еду и жизнь рабам твоим. Ты один ныне и присно, и во веки веков. Ой, чем богаты, тем и рады.
Подожди. Ну что ты, Стефан? Церковь не любит ворожей. Мы твоего отца подведем. Да что ты, Стефан? Да он ничего не узнает. А люди, люди что скажут? Да все ворожат, а мы разве хуже? Да такое бывает раз в жизни. Говорят, что эта цыганка никогда не ошибается и расскажет все, все, что будет. Разве тебе не интересно? Ну же. Сердце замирает. А мне, думаешь, не страшно? Да я сама не своя. Но судьбу не обманешь. Так лучше узнать все сейчас, чем потом жалеть. Ну, решайся. Чтоб твоя цыганка не сказала, а я знаю одно. Без тебя я не смогу. Вот и хорошо, и я без тебя не смогу. Так чего нам бояться? У нас теперь общее счастье, паночья. Породнились. Не упоминайте про грешные дела хотя бы на свадьбе. Я бы забыл, если бы вы мне не напомнили. Ну что ж, панове. С этого и начнем. Выходит, паночья, я так понимаю, что нам нужно искать священника, не так ли? Передайте, прошу. Спасибо. Как-то не годится, чтобы отец венчал родную дочь. Или мы в своем краю не можем найти достойного священника? Разве я ехал сюда, чтоб сводить счеты за землю? Ах, господи, господи. Неужели вам в такой день больше не о чем поговорить? Я приехал сюда, так как дело одно имею. На свадьбу приехали, отче. На лучшую в мире свадьбу. Да, да. А ту землю я вам подарю, уступлю. Вы, сват, не спешите, так как я еще не договорил. Я приехал, известно, сюда, так как имею, как вы говорите, дело. Вот заладили. Дело, дело. Брат, напрасно ты беспокоишься. Мое дело — это свадьба. И дай Боже, я завтра молодых обвенчаю. Ой, слава тебе, Господи. Спасибо вам, паночья. Ну, слава Богу. Спасибо тебе, брат. Выпьем, пановые, за молодых. И пусть Господь дарует им длинную счастливую жизнь. Здоровья им. Слава Богу, наконец разобрались. Я никогда не думал, паночи, что вы такую обязанность переложите на чужие плечи. Венчание дочери брата, к тому же единственное. Отец Иоанн не такой. Ей-богу, не такой. Разве я вру, а? Ваша правда. Не смей вешать ничего своего на чужие плечи. А чтобы мы, как вы говорите, разобрались до конца, то скажу вам так. Бог не прощает, когда делят то, что церкви принадлежит. А кто делит? Я же сам хочу все отдать, без принуждения. Но не все, паночья, не все. Я тоже не люблю перекладывать лишнее на чужие плечи.
Попробуйте, угощайтесь. Угощайтесь, пожалуйста. Твой муж очень богат. Очень богат. Сильный такой. Дальше. Очень сильный, очень богатый. Это мы и сами знаем. А в шелках бархате ходить будешь. Горюч камень на рученьках твоих. А есть будешь дорогой пенемон. Пить будешь сладкий червей. Кровь на рученьках твоих. Кровь на рученьках твоих. Будет у тебя два сына, как у Евы, и две свадьбы. А один муж. Как это? Как это? Как это две свадьбы и один муж? Скажите, скажите, просим. Не знаю я. Ну, рассказывайте. Скажите. Не бросай, не буду говорить. Гадайте. Скажите. Ну, скажите. Надо же, мне твоих денег. Далекий путь без мостов и дорог. Где цветет ковыль? По Чернобылю, твердым кореньем. Где сон трава синеет, где горит, горит свет, и ползет дурман. И перекати поле,
спрашиваю отца Луку, почему не венчаете Настю во Львове? Ответствует: для нас великая честь будет, если настоятель святого Юры обвенчает ее здесь. И я так думаю. Для молодых, может, и лучше было бы во Львове. А для Рогатина, для нашей церкви, один ваш приезд – это важное событие для прихожан. А тут еще чин венчания. Я тебя об одном прошу. Не забывай, что я отдал тебе последние деньги. 10 раз по 10 подумай. Не горячись и думай, прежде чем что-нибудь выбрать. Не хватай сразу первую девку. Выбирай как для себя. Слушай, что ты от меня хочешь? Сколько можно говорить одно и то же? Я могу и не поехать. Поезжай, поезжай сам. Выбери девку на свой вкус, а я посмотрю, что ты привезешь. Не обижайся. Я только хочу, чтобы ты помнил, что это последние деньги. Если мы сейчас ничего не заработаем, то пойдем по миру попрошайничать. А из-за кого мы до такого докатились? Кто из Сиваша привез невольниц, похожих больше на крокодилов, чем на девушек? Хорошо. Я привез. Но Бог свидетель, что я хотел как лучше. Они же вчетвером стоили как одна. То-то и оно, дорогой. Скупой платит дважды. Глаза ослепли от жадности. Бурчишь. Из-за кого мы все потеряли? Не хитри. Свою вину на меня хочешь повесить, а? Я просто прошу тебя, не повторяй моих ошибок. Помни, у нас пустые карманы. Я не ты. Я умею выбирать. И ты это знаешь. На этот раз я привезу такую красавицу, что ты ослепнешь, когда ее увидишь.